Смотрим. Хорошее подключение, бросок поворотом. Гол! Гол! Дождались-таки своего. И Райан Спроул к своей результативной единственной передаче добавляет первый результативный бросок. 1-1. Ну что ж, добавили в агрессии хоккеисты Кунлуня. Добавили в катании. И Райан Спроул, который проводит сегодня шестой матч в континентальной хоккейной лиге, который в свое время выступал за Детройт Ред Уинкс, добился успеха. Мощнейший бросок. А что ж там было? Может быть, рикошет?